Конечно же, это праздник, конечно же, это здорово. И нельзя сказать, что это мероприятие остается без внимания вышестоящих инстанций нашего клуба. Конечно же, это очень радостно. И все так официально, и вот Колчин приехал, и все такое, все понятно, да. У нас есть почетные гости. У нас, я говорю, у КВНщиков. Сегодня очень приятно, что они с нами. Я на самом деле приветствую вас у нас в гостях. Мне очень приятно, спасибо большое. Правда, очень тепло приняли так. Да. Очень бы хотелось, чтобы вы у нас остались навсегда. Обсудим. Очень приятно, что, действительно, на самом деле, нам очень приятно, что сегодняшнее мероприятие проходит на тульской земле. Напомню, что Тула – это город-герой, и это тоже честь для нас принимать вас сегодня на нашей земле. У нас, мы вот с Михаилом Васильевичем Грязевым, с ректором университета, это, видимо, второй будет, да? Разумеется, может, да. Позовем его сразу. А давайте, а что стесняться, да? Ректор Тульского государственного университета Михаил Васильевич Грязев. Мы вот с Михаилом Васильевичем Грязевым, когда думали о том, что, в принципе, у нас очень сильная команда, и нам хотелось бы все-таки, чтобы эта команда стала еще не только сильной, но еще и знаменитой. А Михаил Васильевич, он руководит самым известным политехническим, в прошлом политехническим институтом, который сегодня называется Тульский государственный университет. И это очень мощное учебное заведение, в котором учатся почти 25 тысяч ребятишек. И то, что еще вся Россия пока не знает о Тульском государственном университете, это несправедливо. Мы подумали, что мы можем сделать для этого. И поняли, что нам нужно побеждать. Но для того, чтобы побеждать, нужно уметь сражаться и нужно уметь сформировать свою команду. А для того, чтобы сформировать команду, мы, конечно, должны были пригласить вот этих великолепных соперников. Мы очень надеемся, конечно, что победит Но вы сами знаете, кто должен победить. Победит сильнейший, конечно. Вот, и хотя, конечно, то, что у нас сегодня проходит это мероприятие в преддверии великолепного праздника женского дня, я хотел поздравить всех прекрасных женщин, девушек с наступающим праздником, пожелать всем улыбок, любви. А нашим участникам, конечно, побед. Побед персональных, командных. И это, конечно, была шутка. Действительно, жюри определит победителя. И я очень надеюсь, что мы сегодня получим удовлетворение и огромное удовольствие от вашей игры. Ребята, вам всем удачи, успехов и всего самого лучшего.